Привет, любители пауков! Сегодня рассмотрим паука из семейства скакунчиков. Это у нас такая самочка Philaeus crysops. Этот паук уже засветился в одном из моих видео. Это у нас первая часть в поисках пауков. Там в самом начале она ела муху. Тогда же я ее и взял с собой. И с тех пор где-то около месяца она у меня прожила. Русское название этого вида — скакун боярышниковый. Скорее всего, это из-за места его обитания или как-то связано с расцветкой самцов. Он красный, наверное, как боярышник. И никак их название не связано с употреблением боярки. Но это все шуточки, а теперь посмотрим, как охотится этот паук. Хоп! Таракана берет без проблем, в отличие от предыдущего гелиопануса, для которого приходилось ловить мошек. Жилище себе она обустроила в этом маленьком кусочке коры. Неспроста она была такая толстая. Через некоторое время я там обнаружил кокон, из которого вскоре вылупились маленькие нимфы скакунчиков. Вот вы видите, это уже стадия, наверное, первой линьки. Я так считаю, потому что нимфы не способны так ловко передвигаться. Кстати, раскраска у самок пауков этого вида весьма разнообразная, в отличие от самцов, которые всегда имеют черно-красную раскраску. К сожалению, самца я пока еще никогда не встречал, да и вообще, самцов пауков очень редко я встречаю, в основном попадаются самки, но может быть когда-нибудь. А вот и как раз нимфа. На этом буду с вами прощаться. Поставьте обязательно лайк. Подпишитесь, если еще не подписались. И до встречи в новых видео. Всем пока!